А теперь посмотрим, чем отличаются самцы кои от самок. Половозрелые рыбы имеют длину не менее 30 сантиметров. Посмотрите на грудной плавник. Если он большой и широкий, то перед вами самец. Если более закругленный – самка. Второй способ. Осмотрите жаберные крышки. Если они шероховатые, то это самец. Третий способ заключается в следующем. Переверните рыбу и посмотрите ее анальное отверстие. У самки оно округлое, выступающее наружу. The female, you have a certain type of small ball, a transparent ball, color of a plastic, protruding out. That one, usually you reconfirm that it's a female.